Смертельная гонка – это приложение ВКонтакте. Так, ну что ж, давайте попробуем поиграть уже. Это третья серия. А, так, глава 1. Мертвый рай. Ага, мы не до конца прошли первую главу. Так что давайте продолжим. 8 уровень. Осталось 2 уровня. Отлично, играем. Дополнительный арсенал. Больше жизни. Давайте купим больше жизни, играем. Ух ты, наша крутая брутальная тачка. Так, собираем золото. А, мы можем автоматом управлять. Назад или вперед смотреть. Это Z и X. Так, я могу огонь пускать. Замечательно. Быстро взрывается. Крутой огонь у нас. Ничего, немножко осталось. Огонь реально крут. Сколько, интересно, мне его? Или что, я топливо трачу, ну, используя огонь? Мы все же доехали. Отлично. На 3 звезды выиграли. Так, доступны новые предметы. Давайте посмотрим. Так, новые достижения. Пироман. Зажечь 10 врагов. Награда сотка. Отлично. Пироман, сжечь 50 врагов. Отлично. Можно поделиться. Так. Астроном, завоевать 20 звезд. Новые предметы. А, можно купить корсара за 3 голоса. Такую брутальную тачку. Так, рейдер недоступен. Пройдите первую главу. Ну, мы пока и на этой, в принципе, справляемся. Тачки, это значит броня. А, она полностью прокачана. Двигатель. Плюс 12 километров в час. Отлично, давайте. Купим движок. Так, колеса. Покрышки. Real Steel. Давайте. Так, также у меня есть ракеты и оружие. Топливный бак. Уровень 4. Давайте. Пока деньги есть, почему бы нет? О, плюс 14 литров, да, давайте. Также предлагаю прокачать пистолет наш. Буловомет. Да, давайте его. И ракету. У нас были такие ракеты, теперь будут вот такие. Урон 80. Отлично. Я думаю, пока что так прокатимся. Так, уровни. Уровень 9. Босс. Хорошо. Только я думаю, мы купим побольше жизни. Отлично. Мне кажется, это будет все равно нелегко. Твою ж мать. А что, она от ракет не отбивается, что ли?
И нитро нет, я так понимаю, тут. Так, ракеты мы использовали. Нифига себе, у него сколько жизни-то. Хорошо, что я двойные жизни купил тебе, иначе я бы уже много бы потратилось. Крутая тачка, блин. Нифига себе. Нас подкинули. А, вот кнопка. Кнопка Z, C. Да, но мы его не победили. Поэтому давайте ее докачаем. Импульсивный огнемет. Урон 50. Супероружие 4. Стоит 1 голос. А, за 1 голос. И ракета тоже за 1 голос. К сожалению, мы пока не будем прокачивать его. Механик. Отлично. Потратить 10 тысяч денег. Тоже заберем награду. Так, ну давайте попробуем переиграть. Сколько у меня денег? А, возьмем двойную жизнь. Двойной урон. А, за один голос. Ладно, пока что так тогда справимся, я думаю. Ладно, нам надо здоровье как-то пополнить. Так, ну у него половина, у него даже поменьше, чем у меня. Давай, чувак, гори. Гори синим пламенем. Отлично. Так, мы его взорвали. Можем двигаться дальше. Ну, надеюсь, сейчас мы с вами на 3 звезды пройдем этот уровень. Да. 140 баксов дополнительных. Новые предметы. Новые достижения. Пройти первую миссию. 100%. Отлично. Так, ну чё, мы можем новую тачку купить. Нифига себе. Какие тут брутальные танки. Тачки, точнее. Корсар. Можно было, конечно, купить корсар. Смотрите, он уже сразу, видимо, прокачанный. Тоже крутой. Ну, мы купим, давайте с вами, рейдера. Отлично. Я так понимаю, его тоже надо будет прокачивать. Да, он у нас не прокачан. Давайте корпус ему приобретем. Корпус также. Давайте попробуем так прокатиться на нем.
Так, мы 9 уровней, в принципе, прошли. Так, играем. Глава 2. Первое, значит, было Мертвый рай. На 25 звезд прошли. Теперь смертельная гонка. Тут больше уже уровней будет. Третья глава. Последний конвой. Давайте смертельную гонку. Так, тут, значит, внимание, последний шанс спастись. Зона 51, немедли. Тут все, короче, в крови, лужи, просто море крови, и люди такие валяются. Я, значит, какую-то карту себе начертил, свой маршрут, и поехал, в принципе. Нифига себе, тут уровней. Очень много, это прикольно. Так, ну что ж, миссия первая. А, вот она какая моя тачка. Так, огонь. Нифига себе, танк. Твою мать. Так, как я с ним справлюсь-то? Так, ну давайте всего помаленьку купим. Защиту купим. Давайте двигатель купим. Тут тачка по-другому выглядит. Почему-то в игре она более такая здоровая. Так, купим колеса. Это стрелы, только арбалет. Мы купим с вами пистолет. Так, ну ракеты купим получше. Есть. Нам пока еще, мне кажется, рановато. Нет, назад. Или придется уже играть. А, вот наша тачка. Странно, а с кем мы сейчас только что играли? Немножко застрял. Да сдохнешь ты когда-нибудь, а? Ну, давайте попробуем разогнаться. Боже мать, неужели это конец? Неужели я застрял? Придется переигрывать, наверное. Блин, чувак. Мне реально стрёмная тачка, я даже не могу первое препятствие пройти. Поэтому надо очень аккуратно играть. Ну, когда мы его раскачаем, она явно будет покруче у нас. Ну, с помощью горючего хорошо их убивать. Что ж, мать. Надо его еще оставить, чтобы доехать до финиша. Так, ремонт, отлично. Новое достижение. В принципе, немножко осталось. Фух, доехали. На 3 звезды и заработали бабло. Это хорошо. Так, новое достижение. Пироман. Сжечь 100 врагов, отлично.
Купить 10 видов оружия. Отлично. Так, тачку можно немножко прокачать. Укрепление крыши плюс 100 хп. Давайте, это очень хорошо. Так, также я думаю, двигатель надо нам будет купить. Воздухозаборник. Отлично. И колеса тоже хорошие. Всесезонная резина. Отлично. Ну и давайте пистолет, наверное, какой-нибудь возьмем. Пистолет-пулемет. Отлично, так будет круче. Так. Первым мы прошли. А перед этим какой-то был босс непонятный. Это случайно, видимо, вид. Спецмиссии Кита. Ладно, это мы потом. Давайте вторая миссия. Наши враги, играем. У нас последняя жизнь. Заблокировано. Ну, она уже стала как-то немножко посерьезней, быстрее ездить. Лучше пусть она, блин, вперед смотрит. На задних лучше топливо спускать. Так она, по крайней мере, препятствия разбивает. Топлива нам хватает и на то, чтобы выпустить его. А доехать тем более. Замечательно. Так, ну жизни, видимо, у нас кончились. К сожалению. Ах, хотя нет, по-моему, одна еще есть. У меня была тайга. Тайгу мы хорошо поиграли. Теперь рейдер. Бронированные крылья. Да, давайте. Больше жизни, это круче. Так, турбо надув, отлично. Давайте колеса, наверное, сменим. Это более брутально, более лучше. Так, новое достижение. Пройти 5 миссий со 100% хп. Хорошо. Фейерверкная, фейерверкная установка. Давайте возьмем ее. Так. Ну, давайте прокатимся один разок. Уровень третий. Так, играем. Топливо. Давайте же горите вечным пламенем.
Ну, машинка теперь уже наконец-то более серьезная стала. Как уже можно с ней играть. Ух ты, блин, нифига себе. То вниз, то вверх. Тут почему-то бензин не проливается. А, он вот вниз проливается. Почему-то он на дорогу, видите? А на мост не проливает. Так, 3 звезды, отлично, мы зарабатываем. Прилично так денег. Это 200 плюс 300 плюс 400. Это 1000. Так. Бронированные двери. Да, возьмем теперь мы крепкие. Крепыши. Ну и давайте возьмем штурмовую винтовку. Так, ну и все, попробуем, можем еще поиграть. Спецмиссия, давайте попробуем. Спасение заложников. Работорговец. Броня хорошая, огненная мощь. Давайте попробуем. Так, вот он. Впереди. Нам надо будет успеть его убить, я так понимаю. Вашу ж мать. Чувак, мы тебя догоним. Блин, уже половину препятствий прошли. Вернее, половину дороги. Прям это хреново. Нам надо как-то перегнать его. Иначе будет хреново. Немножко осталось, отлично. Так, открыто. Какое-то колесо открыто. Плюс 2. Плюс 2 к чему-то там. Ну, проще проходить, видимо, будет. А, шипованный внедорожник. То есть я могу сразу его купить? Давайте попробуем. А есть ли смысл покупать вот эту? Давайте купим. То есть надо подряд, наверное, все покупать. Нельзя сразу. А, это в наличии, а это установлено. То есть я не обязательно мне надо было вот это все покупать. Это я могу надевать. Но смысла нет более слабое надевать. Это вообще такие колеса. Конечно же, лучше самое лучшее надеть. Так, ну все, жизни у меня закончились. Ой, ну да, жизни закончились. Вот, на этом можно будет закончить наш обзор на эту игрушку «Смертельная гонка». Вот, всем, кто нравится, ставьте палец вверх. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами продолжим обязательно. Ну, пока что я с вами прощаюсь, с вами был Дарит, ребята, всем удачи, всем до скорого, пока-пока.